Посвятил Мари Дюплесси посмертно. Расстался с вами я, а почему? Не знаю, ничтожным повод был. Казалось мне, любовь к другому скрыли вы. О, суета земная! Зачем уехал я? Зачем вернулся вновь? Потом я вам писала о скором возвращении, чтоб к вам приду и буду умолять, чтоб даровали вы мне милость и прощение. Я так надеялся увидеть вас опять. И вот примчался к вам. Что вижу я, о Боже, закрыто окно и запертую дверь. Сказали слуги мне, в могиле черви гложут. Ту, что я так любил, ту, что мертва теперь. Один лишь человек с поникшей головою у ложа вашего стоял в последний час. Друзья к вам не пришли, я знаю, только двое в последнем шествии сопровождали вас. Благословляю их, они одни посмели с презрением отнестись к тому, что скажет свет. Умершей женщине не на словах, на деле отдать последний долг вам прошлых лет. Те двое до конца и верность сохраняли, но граф и князь прийти не смог, они ее любовь за деньги покупали, но не смогли купить на кровь ей вино. Либретто для оперы «Травиата» было написано по произведению Александра Дюма «Сына дамы с камелией». А сам же роман «Дама с камелией» основан на реальной истории, которая произошла с Александром Дюма и его возлюбленной Мари Дюплесси. Он быстро ей увлекся, но, узнав о роде деятельности своей возлюбленной, прервал с ней отношения, и вскоре его настигло известие о том, что его возлюбленная умерла от чахотки. Так появился роман «Там с камелией». Что резко отличает реальную историю от романа, так это образ главного героя Армана Дювали. Он представлен более нравственным, более высокоморальным человеком. Также и Маргарита обладает самоотверженностью. Идейное содержание романа демонстрирует нам порочное и пошлое общество, пресмыкающееся перед деньгами, славой, богатством и удовольствиями. Автор показывает, что женщина, которую принято называть павшей, возвышается над этим обществом. И в этом мире добропорядочных людей, казалось бы, не принято протягивать руку помощи тем, кто однажды ошибся. И вместо поддержки Маргарита получает только порицание. Александр Дюма переработал свой роман «Пьесу», на примере которой присутствовал Джузеппе Верди. Ярко очерченная общественная проблематика, проблемы лицемерия, они затронули Верди, и тот практически сразу же начал создавать свою оперу. Так, премьера оперы «Травиата» впервые состоялась в театре Ла Феничи 6 марта 1853 года. Однако опера потерпела скандальный провал, ибо публика была не готова принять столь революционную идею возвышать даму полусвета. Однако после первой постановки в 1853 году «Травиата» начинает свое триумфальное шествие по миру, и на сценах она ставится и по сей день. История «Травиаты» в России начинается с выступления в 1856 году
труппы в Петербурге, а в 1858-м спектакль ставится на сцене Большого театра. На русском же он впервые звучит в Мариинском театре в 1868 году. Жанр пьесы обозначен Дюма как драма. И этот драматизм может быть подчеркнут художником. Так, например, в «Травиате» режиссера Вилли Дейкера декорации и костюмы выполнены очень минималистично, но вот это красное платье Виолетты и часы — это такой вот символизм и образ. Также «Травиата» режиссера Александра Тителя, состоявшаяся на сцене музыкального театра Станиславского Немировича Данченко, получила вот такое современное символистическое оформление. Хочется еще отметить «Травиату» режиссера Дмитрия Чернякова, которая состояла в театре «Ла Скала» в Милане. Для меня немало важным фактором при выборе произведения было, во-первых, его актуальность. Хотелось работать над востребованным произведением, и ведь такое произведение всегда находит отклик у зрителей. Такому произведению всегда сопутствует многообразие трактовок и постановок. Таким образом, можно обогатить свое видение. И само произведение привлекло меня жизненностью, драматизмом, неоднозначностью. Мне было интересно проследить, как реальная история перетекает из жизни на страницы романа. Из романа преобразуется в пьесу, затем в оперу, переживает множество интерпретаций. Мне хотелось добавить свое звено вот в эту длинную цепочку трансформаций. Также вдохновившей меня оперной исполнительницей стала Галина Павловна Вишневская, которая выступала в роли Виолетты на сцене Большого театра. Для нее было создано два разных костюма, оба они выполнены в стиле 70-80-х годов, конца 19-го века. Образ Виолетты, он очень многогранен. Она перед нами выступает как прелестная, обаятельная красавица, развлекающаяся на балах. С одной стороны, и с другой стороны, мучительно побивающая своей постели. С одной стороны, она падшая женщина, а с другой стороны, возвышается над этим порочным обществом. Поэтому эскиз Виолетты я выполнила в таких золотистых теплых тонах. Таким образом, мне хотелось подчеркнуть золотым цветом не только богатство и роскошь вот ее модного костюма, но и богатство ее души. А также мне хотелось этим цветом теплым выделить ее на фоне холодной монохромной гаммы. И таким образом вот этот холод всех остальных персонажей, он отражается на ней неким ореолом. А ее теплота, она на всех остальных вот это вот теплое свечение отражает. Сам же костюм мой выполнен в соответствии с модами 70-80-х годов конца 19 века. Также называет позитивизм эту эпоху. Костюм выполнен на основе исторического кроя. Он состоит из корсетного лифа, нижней юбки, верхней юбки с нарастающим клёшем, шлейфа и съемного турнира. Нижняя юбка имеет оборку по низу для того, чтобы придать вот это вот расширение. Что касается верхней юбки, то и драпировки, и шлейф, он выполнен на подкладке, усажены, притачены к поясу. А турнир уже крепится к этому же поясу на кнопках. Ну, в общем-то. Я вам скажу, для какого периода жизни Виолетта? Да, у меня здесь присутствуют два эскиза Виолетты. Это Виолетта в ее раннем периоде жизни. Вот она еще такая же холодная, еще не встретившая своего возлюбленного, в таком
красивом модном платье, и Виолетта уже более спокойная, более теплая, душа которой от любви растаяла от этого льда. И я изготавливала костюм Виолетты ее позднего периода жизни, после того, как она уже повстречала своего возлюбленного. Можно, да? Конечно. Вот платье вишневское, такого же цвета. Да. Твои чувства по этому поводу? Мои чувства по этому поводу именно этим платьем я, в общем-то, и вдохновлялась. Я ездила, я смотрела на это платье вживую. Я была в музее Большого театра. И именно вот эта вот золотистая вот гамма, именно эта мода 70-х, 80-х годов, такая изящная, такая женственная, на мой взгляд, это, ну, лучше всего подчеркивает образ Виолетты, поэтому я именно этим вдохновилась. Этим, да. Этим цветом. Да. Цветом. Ну, это классно, да. Ну, и тебе очень удалось прям вот по тону войти исключительно классно.